Это дом 19 века зажиточного крестьянина Пухова, перевезенный из Вологодской области. Да откуда ты говоришь? Ой, из Архангельской области, вот сюда. Ну, есть Архангельская область. Архангельская область, да. Ну, какая разница, так примерно все одно и было. Это печка русская. Это семерополавка, стол, вот лавка. Это часть, где жилая часть. Это лучина, да? Лучина, это лучина, да. А туда песок, наверное, насыпался, чтобы... Или вода, да? Чтобы она капала, вот, как после, чтобы не было возгорания. А это шкаф. Шкаф-заборка. Верх открывается в эту сторону, а низ в женскую половину. А женская половина это вот это? Да. Ага. А, тоже разумно смотреть. Здесь мужчины, там женщины. Нет, почему? А женская половина? Здесь это общая. Да, это... Женская половина. Здесь кушали. А мужчины где тогда спали? Угол мужской. А, это мужской угол около дверей. То есть прямо вот на этой лавочке они спали, да? Нет, не прямо, они тоже здесь спали, кто-то и на печке. А, то есть на полу? Это мужской угол, мужчина здесь кто-нибудь строгал. А. Назывался поганый угол. Поганый? А вы наверное, не замужем? Да, думаете? Ну, я так чувствую. А меня это ощущение, я человек уже битый. 7 раз. Я чувствую. Но я не ошибся, да. А это вот лавка. Да. Видишь, какой красный угол. Да, да, да. И вот раздевались тут, видишь. И вот свадьба, я помню, у нас даже в деревне была свадьба. Все, кто вот, ну, кто не приглашенные, они могли только вот здесь вот на входе постоять, вот съесть. И сидеть и смотреть, как свадьба идет. Угу. Вот я маленькая была свадьба в деревне такая. Да. А им что, не давали покушать и выпить? Нет, гости все со столами. А это не вообще, ну, деревенские. И соседи, да, будем, как я там. Которые, ну, не, их не решили пригласить. Просто, да. Они хотели посмотреть на молодых, на гостей. Ну, понял. Они просто приходили и все. Ага, хорошо. Сейчас пойду посмотрю, что там. Жарко. Спасибо большое. Помогай Господь вам. Ага. А здесь что? Были. А здесь закрыто. Как его? А нет. Так. Сейчас. А здесь что у них было? Это память. А? Память. А, а, ух ты, сколько сена-то. Ну да, большой. А, да я просто не успел. Да тоже жили, да? Ну, они жили, да. Это летняя была изба, по белому, а это зимняя. Топилась по черному, там теплее было. Ну, черные стены все, да? Ну, не все, а они только вот потолки и вот так вот где-то. Там были воронцы. Как бы поставлены воронцы, и волоковое окно открывалось, когда топилось. Ага. И все уходило туда, волоковое окно, дым. Ну, я понял. А туда вниз что? А там скотный двор. А, вот они спускались. Да. Угу. А выше что? А я вспоминала, говорю, это вот сени, называется это у нас сени. А выше что там? А там светелка для девушек молодых. А. И летом, она как бы летняя, считается. А там закрыто, да? Ну, закрыто, да, сейчас. Ну, а летом больше открывается. Там угу. Девушка сидела молодая. Угу, понял, спасибо. Сейчас посмотрю, там просто... А, здесь тоже закрыто, светелка, там для девушек молодых. А тут светелка, да? На лето, да. Ага. Сени это у вас называются? Помнила я уже. Да? Сени же. Все говорили, выйдите в сени. Да, там. А обычно кого тут содержали? Корову, овец? У него были, да, коровы были, лошади у него были больше этих баранов, козы. Ага. Овцы. Угу. Кур не было, да? Ну вот кур-то, наверное, держали быстрее всего кур у нас. У нас свиней не держали. Держали, только кур немного держали. Ну, я говорю, про свиней. Свиней, говорят, не любили. Не держали, да? Ну, кормить-то было накладно. Ну, хотя, да.
овцами же все были, выезжали на овцах. Ну да, да. А его быстро откормила. Да, да, да. И не мяса надо... немного. Ну, он охотой занимался. Ну, тем более. Да, у него и на лосей ходили, на медведей а, ходили. А, ну вот, у него еще и свое было. Да. Ну, очень много капканов нашли, говорят, что да? Вот он был. Да. А дом где стоял этот? Кругопольский район, деревня Большой Халы. Кругополь. Это сколько километров отсюда? Я не знаю, сколько километров, честно. Но туда вот, когда едем, в Вологду, да, вот женщина говорит, в Вологду, вот да. Это от нас, с Архангельской, едешь на ПМ-8. ПМ-8, да. Да. Там Каргополь, а отворотка на Каргополь. Понял. А, ну просто, вот, наверное, не обращали внимания. Да, там есть отворотка на Каргополь. Слышать-то я слышала. А как перевезли дом этот? Там Нянда. Ой, Нянда моя, вот Нянда моя. Нянда моя, тоже Вологодская, по-моему. Нет. Тоже Архангельская еще, да? Каргополь. Только что выходишь Няндами и на Каргополь едешь. А, то есть это по нашей трассе? Да, да, наша. Наша. А его разбирали по бревнам? Нумеровали? В 72-м году. Ну так хоть сохранили, а так бы и не сохранилось, все бы разобрали. А. Спасибо, сестра. Ну вы же православная женщина. Или нет? Ну а чего вы спрашиваете? Так раньше обращались, между прочим. Правильно я говорю? Сестра. О, сувениры открылись. О, это нам. Сувениры, это нам. Правильно я говорю? Сестра, брат. Так и должно быть. Будем жить. Выживем. Ваш Евгений Лопатин.